дня. Я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. По понеділках програма «Це вас хвилює» присвячена медичній темі. Ми сьогодні будемо говорити про судинні захворювання, і я запрошую вас разом зі мною поспілкуватися із лікарем-кардіологом Миколаївської обласної лікарні Аллою Борисівною Завгородньою. Доброго дня. Добрий день. Ви можете приєднатися до нашої розмови, номер телефону 76-92-42. Якщо у вас будуть виникати запитання, ми з Любки на них спробуємо дати відповідь. Отже, телефонуйте 76-92-42. Тільки, шановні друзі, пам'ятайте, будь ласка, що за телефоном просто під час прямого ефіру поставити діагноз, а тим більше призначити лікування, просто неможливо. Ви можете задавати свої питання, які стосуються, ставити запитання, які стосуються організаційних моментів, профілактичних моментів. Але, безумовно, ані журнали, ані телефонний дзвінок до студії не допоможуть вам визначитися із діагнозом і хворобою. Алла Борисівна, спасибо, ви правильно сказали. Я правильно сказала, тому що, к сожалению, у нас дуже розпространений метод лечиться тим, що посоветовала сусідка. Или реклама по телевізору. Но, к сожалению, сосудистые заболевания, они достаточно угрожающие. Хотя бы по статистике, которая утверждает, что все увеличивается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Эта же статистика утверждает, что все более и более молодые люди страдают от инсультов, от инфарктов, от любых других сердечных болезней. Я думаю, что специалисты подтверждают это, что в данном случае... Да, к сожалению, вы абсолютно правы. И первое, и второе утверждение верно. И растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и все более и более молодые люди подвержены таким заболеваниям. То есть, если раньше мы говорили, что это возраст после 40 лет, сейчас мы говорим уже после 30. Большим прискорбием. Есть какие-то объективные причины для того, чтобы мы говорили о более молодом возрасте, о более, я так понимаю, что и расширяется группа риска? Ну да. Ну, объективные причины, прежде всего, это, наверное, наша окружающая среда, это наша жизнь, в которой мы живем, то есть это социальные моменты, это неустроенность, это постоянные поиски чего-то, отсутствие стабильности, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, бесконечные стрессы, теперь добавляются и военные действия, которые идут в определенных точках, и не только, кстати, Украины, все равно это косвенно всех касается. Второй момент, это, конечно, экология наша. Это загрязненная окружающая среда. Сейчас все знают, насколько загрязнена вода, насколько загрязнен воздух, земля. И, к сожалению, наши лаборатории, по крайней мере местные, много не могут даже определить уровень этой загрязненности, который нужен. Третий фактор – это изменение немножко образа жизни. Сейчас наше все общество, именно молодое, подвержено гиподинамии. То есть меньше стали люди двигаться, больше сидячая работа, больше проводят времени за компьютером. И самое худшее, что это начинается именно с младшего школьного возраста, если еще не из детского садика. Алла Борисовна, вот что касается вот такого образа жизни – действительно, он обусловлен какими-то вещами, тем, что, с одной стороны, мир стал стремительнее, быстрее, но с другой стороны, он стал стремительнее и быстрее, когда мы сидим за компьютером или пользуемся мобильными телефонами. Ну вот видите как, раньше мы как-то вот даже совсем недавно, еще какие-то 5-6 лет назад, в принципе, не так была высококомпьютеризованность, да? А сейчас мы просто без этого себе не представляем нашей жизни. И даже люди более старшего возраста умеют пользоваться интернетом, и он все чаще и чаще вытесняет другие средства информации. Ну, кроме того, у людей старшего возраста есть более молодые родственники, которые их знакомят с этим. И поэтому, наверное, и это тоже является причиной того, что люди стали меньше двигаться, хотя они как будто бы живут все время в курсе окружающих событий, как будто бы они общаются и все. Но человек устроен так, что в любом случае он должен двигаться. И недаром было такое утверждение сказано, что движение – это жизнь. Это на самом деле так, потому что наши органы сердечно-сосудистой системы, в частности, должны работать именно не только в покое, но и при движении. А если человек более длительное время, скажем, 12 или больше часов в сутки находится в обездвиженном состоянии, то это хуже для них, так как они детренируются. Сердечная мышца теряет свою способность сокращаться, как положено, постепенно ослабевает. Поэтому мы видим, как сейчас наши дети на физкультуре стали отставать, хотя им немножко уже уменьшили нагрузку и нормативы уменьшили, но им все равно это тяжело. Ну, гораздо проще посидеть с планшетом, поиграть в игру, чем бегать или прыгать. Алла Борисовна, еще у меня такой вопрос. Вот вы вспомнили о том, что нервные нагрузки, стрессы, они тоже оказывают, безусловно, свое влияние.
Ну, если я попробую смоделировать ситуацию, что вот человек живет в семье, допустим, никто не служит сейчас на Востоке, никто не мобилизирован. Относительно спокойная работа, нет... Все стабильно. Все вроде бы стабильно. Но, тем не менее, вот тревожный фон, он присутствует. Мы смотрим новости, безусловно. Вроде бы спокойно смотрим. На самом деле, вот кажется, что не нервничаешь, кажется, что не переживаешь. Это действительно кажется, или человек действительно может до такой степени абстрагироваться, чтобы не было? Может, почему? Ведь есть разные типы личности. Например, вы же знаете, да, что есть основные четыре типа характера, и если люди холерики, они очень такие бурные, они очень активно реагируют на все. Но я хочу сказать, что подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям именно те люди, которые скрытны, которые носят все это в себе. Они внешне которые спокойны. Стресс не выплескивают. Да, на них как бы маска. Да, они посмотрели, они послушали, но они отгородились как будто бы стеной, что это их не касается прямо. И все равно вот этот очажок внутри, он как бы изъедает их, можно так сказать, разъедает, вернее. И может выплеснуться действительно внезапно каким-то сердечно-сосудистым заболеванием, будь то инфаркт, инсульт или что-то другое. И все то поэтому есть, удивляются. Даже как будто образом. Бы благополучная семья, как будто бы все здоровы, работают и все хорошо. И вдруг случается такое. Ну, здесь надо учитывать еще фактор наследственности, конечно. То есть, если по наследству были такие случаи в определенном возрасте, то надо об этом помнить. Но, тем не менее, все-таки рекомендуют больше высказывать свои эмоции, проговаривать. То есть, не обязательно кричать, не обязательно драться, просто ходить, с кем-то общаться, говорить. Почему в этом плане нам интернет удобен? Ведь можно же общаться с помощью скайпа или любой другой программы, да, где, когда ты проговариваешь с кем-то эту проблему, потом становится легче, как бы там ни было, разрешима она или нет. А если замыкаешься в себе и держишь все в себе, это все-таки сказывается потом на самом же человеке, рано или поздно. А каким образом, вот, собственно, сам механизм реакции механизм. Да, на вот эти вот стрессы. Что происходит, когда человек внешне не реагирует, и затем, вот как вы говорите, это выплескивается вдруг инфарктом или инсультом. Происходит... Он же не случается вот в один момент, правильно? Ну, как правило, конечно, есть какой-то период, который человек, может быть, и не заметил. Но в основе лежит, тут я немножко медицинской терминологии подключу, вы уж извините. Есть у нас в организме две, как бы нервная система делится на две большие части. Симпатическая и парасимпатическая. Так вот, симпатическая система отвечает за состояние нервной системы человека в активный период суток. Когда он движется, когда он работает, в это время у нас что? Повышается кровяное давление, учащается пульс, человек более активный, более работоспособный. В пассивное время суток, наоборот, на себя берет парасимпатическая нервная система. То есть человек, даже если спит, все органы его отдыхают, но сердечно-сосудистая система ведь все равно работает, все равно правильно? Работает, человек да. живой. Да. Но она уже работает не так активно. То есть и давление снижается, и пульс замедляется, и, в принципе, замедляются все реакции. Угу. Так вот, вот этот выброс, который незаметен, происходит именно из-за чрезмерной активации симпатической нервной системы. Вот те гормоны стресса, которые мы говорим, адреналин, норадреналин, их очень много, серотонин, брадикинин, их производные, они все ведут к спазму сосудов, к сгущению крови, к учащению пульса и, как следствие, возможным нарушениям ритма. И если вот эти все факторы суммируются или несколько из них, то может действительно случиться такая катастрофа, которую предсказать, конечно, ну, практически невозможно. То есть даже может человек полностью обследоваться и был уверен, что он здоров, но вдруг это может произойти, в принципе, внезапно. Но если я правильно понимаю, то вот какие-то из этих симптомов, о которых вы сказали, это изгущение крови и какие-то там еще дополнительные вещи, повышение давления, они действительно на первоначальном этапе даже могут не беспокоить. Как правило. Даже повышенное давление человек может не замечать, конечно. Ходить с сумасшедшим давлением. Чаще всего так и бывает, да. Да, я такое встречала. И больше того, вот тоже приходилось встречать такое распространенное мнение о том, что у человека давление постепенно повышается, вот у него там поболит голова, он уже вроде адаптировался к этому давлению, и ходит с этим повышенным. Потом еще какой-то определенный, там еще на какие-то... Да, потом он говорит, что это связано с возрастом. Тоже, кстати, распространенная формулировка, когда врач произносит, что изменения все сообразно возраста. Вы совершенно правы. Ну, сгущение крови человек, конечно, никак не почувствует. Что касается повышения давления, это вы стопроцентно правы. Сейчас по статистике у нас примерно каждый третий гипертоник в стране. И эта статистика, наверное, не совсем достоверна. Я думаю, что, наверное... Это официальная статистика. Официальная, но это я беру взрослое население. Она почти не беру детей.
Значит, у детей там немножко по-другому все. Поэтому тут вы правильно сказали. Недаром во всем мире гипертонию называют, ну, это такое слово, не медицинское, а просто медленный убийца. Что это значит? Mm-hmm. Что она постепенно разрушает сосуды, но человек это не чувствует, пока не случится вот что-то такое уже из ряда вон выходящее. Например, тот же инсульт. И очень часто у гипертоников даже не болит голова вообще никогда. Более того, она болит чаще у тех, у кого нормальное давление. Ну, ведь механизмы разные головной боли. Поэтому по головной боли нельзя судить, повышено давление или понижено. Смысл в том, что гипертоническая болезнь – это есть только лишь повышенное давление выше нормы. И если оно подтверждается неоднократно, измерениями, причем не только у врача, но и дома. У нас есть такой термин «офисное измерение». Как правило, когда человек приходит на прием к доктору, у него давление всегда будет выше, потому что он, как бы там ни было, но он чуть-чуть волнуется. Как вы говорите, внешне спокоен, но независимо от него процессы работают так, что пусть на 10-20 миллиметров, но будет повышено. А если дома он в спокойной обстановке меряет себе давление, и оно более чем в 70% случаев выше нормы, это уже гипертония, которая требует, ну, скорее всего, медикаментозной коррекции. Но на самом деле, если у человека уже есть какая-то проблема, я понимаю, что будет правильно вести даже какой-нибудь дневничок. Ну, замечательно было бы, конечно. Да, и в который записывать не только показания давления, но и сопутствующие какие-то факторы. Ну, как то? Безусловно. Изменение погоды, наличие стресса, можно, у женщин наличие критических дней, или как далеко они отстоят от этого дня. Это же все то, что на самом деле влияет? Нет, ну, конечно, это было бы очень полезно. Сейчас еще много вопросов у людей возникает в том плане, какой аппарат для измерения давления лучше. Электронный или обычный, механический, которым пользуются в поликлинике. И многие, когда меряют электронными, пугаются, говорят, вот они неправильно показывают, там деньги заплатил, а он врет. Значит, он не врет, просто надо правильно мерять давление. Даже если инструкции внимательно почитать, электронный аппарат очень точный и хороший. Просто мерить нужно несколько раз. Померить один раз, первое измерение всегда будет выше, это в 100% случаях. Хоть на 5 миллиметров, но будет выше. Поэтому где-то через 2 минуты нужно перемерить еще раз на той же руке. Ну и, конечно, во время измерения стараться не дергаться, не нервничать, не вставать, не ходить. И как можно меньше, чтобы было каких-то извне контактов. То есть шумно не работал телевизор, не было раздражения, никакого ничего. Тогда это будет достоверное давление. Ну и людям пожилого возраста, в принципе, старшего возраста, гораздо удобнее пользоваться все-таки электронным измерителем давления, чем накачивать эту грушу. Это конечно, сложно. Тем более он сразу, в основном, все современные аппараты пишут и частоту пульса. Единственное, что бывает, когда проблемы, когда человек очень пожилой, выраженный атеросклероз сосудов, тогда действительно могут быть погрешности. И второй момент, иногда у людей бывают нарушения ритма сердца, такие как мерцательная аритмия, частая экстрасистолия. При этом тоже могут быть погрешности при измерении электронным аппаратом. Поэтому, если такое есть, ему врач может порекомендовать параллельно иметь и механический, чтобы уточняться. Потому что это влияет. Ведь аппарат должен услышать эту пульсовую волну, а когда сердце бьется неравномерно, он может пропускать. Ну, в любом случае, я знаю, что есть аппараты, в которых на экранах или электронные аппараты, если проблемы с сердцем есть, высвечивается, они какой-нибудь есть значок датчики, дают. Значок какой-нибудь дают, и человек знает, что он уже должен обратить внимание. Тогда, конечно, нужно подойти к доктору и уточниться. Хочу еще что подчеркнуть, что аппарат для людей старше 35 лет должен иметь плечевую манжету, не на лучезапястную. На, сюда, на нижнюю часть предплечья очень хорошие аппараты, но это для молодых людей, для спортсменов, для детей, для тех, кто тренируется. Старше 35 лет не рекомендуют такие аппараты, даже самые лучшие, потому что уже немножко в сосудах есть изменения, связанные с возрастом, и он может быть неточный. Поэтому только плечевая манжета. Ну, их очень много есть, автоматических, полуавтоматических с плечевой манжетой. Сегодня, выбрать их можно, и больше того, можно даже выбрать, который более-менее будет бюджетным вариантом. Конечно, даже такое тоже выбор есть. Действительно сейчас хороший. Алла Борисовна, я вот что касается нагрузки физической, вы сказали о том, что мы ведем такой образ жизни, но далеко не все могут себе позволить и финансово, и выкроить вот эти 2 часа пойти в зал. Дорога до зала и назад, время привести себя в порядок после зала. Ну, в общем, понятно, как бы все это. Конечно. Можно ли, адекватная ли замена занятию в спортзале, перед которым тоже, мне кажется, нужно все-таки проконсультироваться с врачом. Обязательно, будет просто ходьба. Конечно, ведь так и рекомендуют. Наоборот, в современных рекомендациях по именно двигательному режиму,
как раз вопрос о спортзалах стоит на последнем месте. То есть именно рекомендуется дозированная ходьба ежедневно не менее чем 30-40 минут в обычном темпе. Или... Что такое, я сразу уточню, что такое дозированная? Дозированная, это значит, что это не значит, что в один момент вы прошли полчаса, и вы считаете, что вы можете утром 15 минут, вечером 15 минут, или три раза по 10 минут. Но общее количество не менее чем 30 минут в день. То есть это обязательное условие. Есть альтернатива, опять же, это не спортзал. Можно более интенсивные физические нагрузки, например, как легкий бег или быстрый подъем по лестнице, но такие нагрузки должны не превышать 10-15 минут в день. А так, самое простое, я думаю, что 30-40 минут в день, ну, мы можем все ходить, в принципе. Это выход даже до маршрутки. Ну, сейчас вот то, что многие обзавелись собственным транспортом, и они вообще практически не ходят. Вот. А желательно, чтобы хотя бы ежедневно 30-40 минут обычной ходьбы в обычном темпе, без нагрузок было. И тогда это хорошая альтернатива спортзалу. То есть по ВОЗовским рекомендациям нашей организации, Всемирной организации здравоохранения, они рекомендуют в неделю около 5 часов просто обычной ходьбы в обычном темпе. Вот и получается вам как раз... где-то каждый день 30-40 минут. Но они там пишут 4-6 в зависимости от образа жизни человека. В среднем 5. Поэтому каждый день это 30-40 минут. Это может быть все что угодно. Просто прогулка или прогулка по делу. В магазин, на рынок, с собачкой, за ребенком. Куда угодно. С собачкой это, кстати, вариант. Да, потому что я знаю, что тоже... Мы, кстати, рекомендуем людям, которым спортзал это дорого, и вы правы, там нужно действительно, чтобы тренер был обучен, чтобы был обязательно медицинский осмотр, потому что многие вот люди, не занимавшись, бросаются сразу активно, им потом плохо. А так спокойно собачка все равно требует минимум 4 раза в день или 3 погулять. Вот и будет как раз 30-40 минут. Ну, по поводу спортзала, там еще могут быть всякие там проблемы со спиной. Нельзя понимать там больше. Я на прошлой передаче говорила, какова должна быть частота ритма, как можно ориентироваться просто человеку по интенсивности нагрузки, какая у него должна быть интенсивность нагрузки. Значит, взрослому человеку ориентироваться просто. 200 минус возраст, такая формула. Это будет максимальная частота сердечного ритма, которую он может достигать, но это в спортзале. Если это идет речь об обычных нагрузках, то частота немножко ниже. Можно сказать еще проще, что при обычных нагрузках она не должна превышать 120 ударов в минуту. В спортзале там немножко больше, там говорят 130-140, но вообще оптимальный вариант 120. То есть можно научиться самому себе считать пульс. При ходьбе пульс никогда не будет 120 ударов в минуту, это, как правило, 90-100. Я говорю о ходьбе в обычном темпе. В среднем темпе, скажем так. И можно посчитать, допустим, за 10 секунд умножить на 6. И вот человек посмотрит, если он в пределах 90-100 ударов во время ходьбы, значит, это нормально. Если пульс очень высокий, при такой низкой нагрузке, значит, есть какая-то проблема, нужно обратиться к доктору. Ну и, соответственно, наоборот, если пульс не учащается, но тут это не обязательно может быть патология. Может, человек просто тренированный физически, и у него на такие нагрузки его сердечно-судистая система не реагирует большим учащением. Ну, есть еще такое понятие, как брадикардия. Это замедленный пульс. Это замедленный пульс, да, тоже, наверное, какая-то скидка есть на это, да? Ну, есть люди, то, что я говорила, тренированные физически или занимающиеся тяжелым трудом физическим. А есть люди, у которых просто вот изначально их собственный ритм нечастый. То есть брадикардия – это частота пульса где-то от 50 до 60 ударов в минуту. И поэтому, если у человека все время такая частота пульса, он себя чувствует комфортно, то никаких мер принимать не нужно. Ну, я имею в виду, что при расчете вот этой нагрузки, то есть если, допустим, человек в ходьба, и это нормально, без особой нагрузки 120, то у человека при брадикардии... Все равно. Независимо от его исходного пульса, это верхний порог. То есть 120 ударов в минуту, ну, у него же он обычно делает, когда кардиограмму или меряет давление, это в покое 50-60, а как в ходьбе будет? Это мы можем узнать только с помощью, например, суточной кардиограммы. Есть такое исследование, если у человека есть вопросы какие-то по поводу ритма, что ему кажется, есть какие-то диссонансы, что-то нестыковка, то можно провести такое исследование. Называется суточное или холтеровское мониторирование ЭКГ. И тогда там будет полностью видно, какая частота пульса у него днем, какая ночью адекватно ли она учащается время нагрузки, или если она постоянно такая низкая, значит, что-то может быть, есть какая-то патология, которую нужно искать. Кстати, не обязательно сердце. При некоторых эндокринных заболеваниях есть склонность к учащению пульса и к урежению. Например, у диабетиков чаще учащенный пульс, даже в покое. У людей с пониженной функцией щитовидной железы пульс в покое часто замедленный.
Ну и потом медикаментозное могут быть влияние, если принимать я вот как лекарства. Раз, да, вы знаете, угу. Я как раз об этом хотела спросить, потому как я знаю, что сердечные болезни и какие-то симптомы сердечной угу. болезни, они бывают, ну, я бы сказала так, маскируются под конечно, какие-то другие. Да. Вот вы говорите, это не обязательно сердце, это конечно, какие-то могут быть другие. Конечно. Человек будет думать, что у него проблемы с сердцем, на самом деле его врач другой. Поэтому изначально ему в любом случае нужно идти не к кардиологу, а к семейному врачу или к участковому терапевту. Ну, сейчас уже все у нас семейные врачи. И врач, я думаю, ему поможет в нужном направлении дообследоваться, уточниться дальше, к какому специалисту ему нужно идти. Потому что зачастую люди сами, конечно, ошибочно начинают идти наоборот немножко. Вот сердце не так бьется, значит, надо кардиологу. Когда обследуется, выходит какое-то другое заболевание. Тоже эндокринное или желудочно-кишечный тракт, или неврология. Ну, все что угодно, в принципе, может. На самом деле, все абсолютные системы человеческого организма, они между собой связаны, конечно, взаимодействие конечно. Зависит от... Нормальные настолько связаны, да, что это, ну, нельзя так конкретно разделить, что вот у вас только это и ничего другого. Да, что правда, вы только у кардиолога да. должны обследоваться. Это все очень взаимосвязано. Конечно, конечно. Ну вот взять даже простой пример. Высокая температура. Всегда будет учащенное сердцебиение. При высокой выше 38 градусов. Угу. Поэтому очень много процессов в организме происходит, которые нуждаются в дообследовании. Алла Борисовна, еще несколько слов, если можно, о наследственном факторе угу. в сердечно-сосудистых. Значит, к сожалению, мы на этот фактор никак повлиять не можем извне, но мы это должны учитывать. Поэтому людям, у которых в семье были случаи внезапной смерти в молодом возрасте, конечно, требуют более пристального внимания, и они угу. сами желательно должны более рано обследоваться. У нас есть звонок до нашей студии. Будь ласка, доброго дня, слухаем у вас уважно. У меня такой вопрос. У меня варикоз и кардиомагнил. Нужно мне постоянно его пить или нет? Ну, вы имеете в виду, у вас варикозное расширение вен? Да, да. Сколько лет вам? 58. Ну, я думаю, что уже нужно, конечно. И его нужно постоянно пить, его, да? Да, постоянно. Скорее всего, да. Все, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Дякую. Тоже вот действительно наша зрительница подсказала такой вопрос. Кардиомагнил. Угу. Мне приходилось встречать такое мнение, угу. что уже даже после 40 можно пить препараты, да, которые да. разжижают кровь и таким образом профилактируют варикозное ну, то есть они не варикозное и... профилактируют, а образование тромбов. Образование тромбов, да. Профилактируют образование тромбов. А варикозное расширение вен – это один из факторов риска возможного появления тромбов. Поэтому людям... Обычно мужчинам, да, мы раньше говорили, после 40, а женщинам немножко позже, где-то после 50, рекомендуются антиагреганты. То есть не обязательно кардиомагнил, любой препарат ацетилсалициловой кислоты, но в низкой дозе, не аспирин, а именно низкодозовые mm-hmm. препараты. Просто их сейчас есть очень много, они есть кишечно-растворимые, есть обычные. Здесь надо человеку учитывать, насколько в порядке у него желудочно-кишечный тракт. То есть, если, например, есть в анамнезе такие, как язвенная болезнь, гастриты хронические, они часто обостряются, то тут надо обязательно посоветоваться с врачом, какой препарат лучше. Ну, то есть, в любом случае, я конечно, повторяю то, с чем вы начали. Да, вы очень правильно сказали вначале. Бездумно не совершать никаких действий, тем более, упаси Господь, не принимать никаких препаратов. Конечно, конечно. Так что нюансов очень много может быть, и поэтому надо найти того врача, которому вы доверяете, и уточниться все-таки, что лучше. И из того, что сейчас предлагают, очень много сейчас наша фармация, и украинских, и импортных препаратов, просто море. Поэтому, я думаю, врач подскажет всегда нужный препарат. За наследственность мы говорили или еще хотим о чем-то? Ну, просто перебил телефонный звонок. Я хочу сказать, что сердечно-сосудистые заболевания, действительно то, что мы говорим, помолодели. На что надо обратить внимание? Если в молодом возрасте, а молодом это значит до 40 или до 50, можно сказать, лет, были в семье случаи инфарктов, инсультов, какой-то внезапной смерти необоснованной, но, скорее всего, сердечно-сосудистой, тогда что нужно делать такому человеку? Не реже раза в год проходить обычную кардиограмму, конечно, мониторировать свое давление, обязательно сдавать некоторые показатели крови. В частности, это холестерин, и не просто холестерин, а так называемый липидный комплекс мы назначаем. То есть это холестерин, разложенный по фракциям. Ну, мы так грубо можем сказать, что холестерин есть хороший и плохой, поэтому нужно уточниться обязательно, какой его состав. Глюкоза крови обязательно, потому что могут быть скрытые сахарные диабеты, это тоже ведет к сердечно-сосудистым патологиям. Ну, это такой как скрининг.
Если вдруг где-то находится отклонение, тогда врач уже дальше говорит ему, что и как. Но просто это будет действительно профилактика как можно раннего выявления возможной болезни. Вмешаться в наследственность, как вы понимаете, еще на сегодняшний день мы не можем. Хотя ведутся работы, уже генетические экспертизы работают, поэтому, возможно, в будущем что-то и будет изобретено для этого тоже. Может быть, еще на этапе эмбрионального развития что-то будет возможно сделать. Дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. На жаль, вичерпано її час. Є ще запитання, я думаю, що у глядачів є, але тим не менш, на жаль, програма добігає свого кінця. І я сподіваюся, що наші поради стануть у нагоді, тому що насправді, навіть якщо діагностована сердечно-судинна хвороба, то це не означає, що это не приговор. Просто так, так. Я хочу сказати, що треба змінити якість життя. Совершенно верно. І вона буде ще тривати доволі довго. Согласна. Дякую. Спасибо вам. Дякую вам, що ви разом з нами. Бувайте здорові і залишайтеся на нашому каналі. Хай щастить в ефірі, побачимось.